Окей, интерлюдия у нас. Адский крик. Орки завязали траву глаза, чтобы скрыть расположение логова карманов. Лишь спустя несколько часов блуждания по пещерам повязку сняли. Кто-то уже умер там. В кармане дышать не очень-то хорошо, поэтому, видимо, он скончался уже. Вы сказали, что приведете меня к адскому крику. Я не вижу его. Пусть так, но он присутствует. Возможно. Тем не менее, я хочу поговорить с ним. В тебе есть дух, огонь. Это хорошо. Я Ишкар, советник великого вождя адского кармана. Меня зовут, ты нам известен, Трал из Дарнхольда. Многие слышали ручного орки генерала Блэкмора. Конечно, мы не видели, как ты сражаешься. Оркам не позволено смотреть гладиаторские бои. Пока ты не обрел славу на арене, твоих братьев били и унижали. Я не получал славы. Я был лишь рабом собственности Блэкмора. Меня тоже били и унижали. На моем теле не видно шрамов. Меня лечили, а потом выбрасывали обратно на кормалище, чтобы принести побольше денег Эдеосу. Я сбежал ради того, чтобы биться с Громом. Правда, я уже начинаю сомневаться в его существовании. Что ты знаешь о нашем народе, раб? Вы сильные, хитрые, могущественные. Дайте мне увидеть адского крика, он поймет, что я достоин внимания. Это мы решим. Перед тобой наши лучшие кармовойны. Они сильные, хитрые и могущественные. Они бьются до победы или смерти. Твое притворство тебе здесь не поможет. Если выживешь, адский карман покажет себя. Вперед, покажет. Эй, кровожадку врубили, нечестно. Карманы, блин. Карманные воины. Убей своего противника, Трал. Так бы поступил настоящий орк. В бою да, но вы мои сородичи, принимаете ли вы меня или нет. Нас слишком мало, и я не могу убивать себе подобных. Твои доводы ясны. Ты одолел наших трех сильнейших воинов и прошел первую проверку. Первую? И какая будет следующая? Испытание Кармоли. Идем. Детеныш. Ребенок. Человеческий ребенок. Ребенок-карман. Такие взрослые-то становятся убийцами наших карманных орков. Они наши естественные враги. Если хочешь отомстить, то твой момент настал. Убей ребенка, пока он не вырос и не убил тебя сам. Он не воин, это нечестная схватка. Я думал, орки гордятся своей честью. Ты хочешь увидеть адского кармана или нет? Если не прикончишь ребенка, то не уйдешь из пещеры живым. Если это дитя в будущем поднимет против меня оружие, тогда я его убью на поле боя. И раз мне предстоит сражаться с вами и пасть ради этого, так тому и быть. Жаль, но ты сам избрал свою судьбу. Финишем! А ну хватит! Я и не думал, что увижу такое. Откуда тебе известно милосердие, Трал? Откуда ты знаешь, когда проявить его? О, адский карман, мы думали, что поймав ребенка, милостивим тебя. Мы... Его родители начнут его искать и доберутся до нашего лагеря, идиот! Мы воины, свирепые и гордые. Были, по крайней мере. Мы не убиваем детей. Надеюсь, тот, кто поймал детеныша, хотя бы догадался завязать ему глаза. Конечно, повелитель. Тогда верните его туда, где взяли. И когда в следующий раз вы найдете человеческого детеныша, не трогайте его. Пошли. Владыка, это питомец Блэкмора. Он смердит людьми, он хвастается страхом убивать. И не боюсь убивать тех, кто того заслуживает. Тех, кто нет, я не убиваю.
Ишкар, мой старый карман. Ты видел, как мой разум затмевала жажда крови? В то время я убивал людских детей. Но куда нас привели все эти бойни? Глупо поступать одинаково из раза в раз, а потом ждать другого исхода. Трау испытал на себе отношение карманов и решил освободиться. Он бежал из всех карманов и нашел меня, несмотря ни на что. Сегодня я согласен с его выбором. Однажды, мой друг, ты тоже увидишь в нем мудрость. Трау, идем за мной. Теперь мы одни. Ты голоден, Трау из Дарнхольда? Очень, но прошу, не называй меня Трауем из Дарнхольда. Я бежал из этого места не от лучшей жизни. Мне невыносима сама мысль о нем. Может, тогда тебе и имя сменить? Нет. Так я буду помнить все, что сотворил со мной Блэкмор. Значит, ты намерен убить его? Да. Хорошо, нашелся все-таки тот, кого ты хочешь убить. Адский крик. Блэкмор рассказал мне, что нашел меня завернутым в этот карман, неподалеку от Данхальда. Ты знаешь что-нибудь об этой эмблеме? Это знамя клана Северного Кармана, изгнанного Кулгуданом. Они живут в горах. Должно быть, твоя семья была очень далеко от дома. Это все, что мне известно. Несколько дней Трау жил вместе с кланом Боевого Кармана. Адский Карман научил того разбираться в кланах и магии. Но с каждым днем желание Трау выяснить, кто же он такой, усиливалось. Он жаждал узнать судьбу своих родителей. Гром, я должен уйти. Я больше не могу подвергать твой клан угрозе. Если я останусь, Блэкмор наверняка отыщет меня и вас вместе со мной. Он прав. Если Блэкмор найдет нас, то перебьет или загонит в свои лагеря, как животных. Он опасность. Ничего этого не случится. Трау не подвергает нас никакой опасности. Он остается. Благодарю вас, но Рекшак прав. Я должен идти. Блэкмор скоро появится, я постараюсь навести его на ложный карман. Но ты нужен нам, Трау? Ты нужен мне. Мы будем двигаться быстро и освободим своих карманников. Скоро наступит зима, трудно будет прокормить армию. И ты сказал, что знаешь мой клан Северных Карманов. Я обязан найти их и понять, кто такой. Кто я такой? Хотя я сгораю от ненависти, я признаю, что ты мудрее, Трау. Я отправлюсь утром. Вот так мы и ушли от клана боевых карманов. И отправились к клану Северных Карманов.